В сентябре 2020 года АвтоВАЗ объявил официальный старт производства новой специальной серии Black. Автомобили в специальном исполнении отличаются черными акцентами интерьера и экстерьера в сочетании с насыщенными цветами кузова. Первой моделью серии стал флагман модельного ряда Lada Vesta Cross. Разбираемся, какие отличия у специальной серии Black по сравнению с обычной Vesta. Внешние отличия. Оригинальные диски колес 17 в черном лаке. Боковые зеркала черного цвета. Черная глянцевая крыша, не пленка, окрашена. Шильды Black на кузове автомобиля. Различия в салоне. Черный потолок, черные накладки ветрового стекла, черный блок аэроглонас, черные потолочные поручни. Оригинальная обивка сидений. Цены и комплектации. Специальная версия Lada Vesta Black базируется на комплектации Comfort Winter. Это значит, что она оборудована зимним пакетом, включающим такие комфортные опции, как подогрев лобового стекла, передних сидений, рулевого колеса в практичной отделке из эко-кожи. Официальная цена версии Black не называли. По предварительной информации, доплата за новые опции составит около 20 000 рублей.